Авамария, друзья и гоблины, на связи, как всегда, Лаер. Кто бы мог когда-нибудь подумать, что такое произведение, как «Атака Титанов», может закончиться? И дело не в непринятии действительности. Конец какой-либо истории неизбежен. Дело совсем в другом. Скорее, в итоговой недосказанности. Для такого неописуемого огромного сюжета финал подошел очень быстро и незаметно. Тебе кажется, как история такой вселенной, как «Атака Титанов», может уложиться в плюс-минус 140 глав и завершиться? Тебе хочется знать больше, и думаю, это заслуженно. Все, что мы видели в течение этих 10 лет, является лишь крупицей мира Титанов. Лишь одной историей из миллиона возможных. Согласитесь, кому бы не было интересно увидеть полноценную историю развития мира Титанов до основного повествования. Первых Титанов, их владельцев, историю, Великую войну Титанов, 145-го короля Элдийской империи Карла Фрица и его основание Райского острова. И это лишь то, что прямо сейчас пришло мне в голову. Представьте, как много вещей, помимо всего этого, не лежит на поверхности. И вот, относительно недавно, на торжественном открытии статуи Эрона, Микасы и Армина в родном городе Исаямы, из уст автора манги нам стало известно, что до финала произведения остались считанные главы. 1% до финала истории, согласитесь, это ни о чем. Ведь все, что мы увидели в руках какого-нибудь Кишимото, могло казаться лишь верхушкой айсберга, и отрицать это глупо. Нет, я не говорю, что Исаяма-сенсей плохой мангака, отнюдь. Из всех прочитанных и просмотренных мной произведений, он занимает одну из лидирующих позиций. Но все же, заканчивать произведение с таким огромнейшим потенциалом, как по мне, рановато. Ведь, помимо всего вышеперечисленного, у нас также остается просто море вопросов, на которые Исаяма еще не успел дать ответ. Да, может быть, тайны станут явны в оставшихся главах, но вряд ли ответы на вопросы будут нам поданы так подробно и лаконично, как нам хотелось бы. Сумбурность во благо хронометража, вот что, не побоюсь этого слова, предвещает «Атаки Титанов». 3-4 главы, по подсчету фанатов, осталось, чтобы закончить историю с Эроном и дать нам ответы на все вопросы. Напомню, Исаяма когда-то обещал, что по финалу картины у зрителей не останется вопросов. Однако, что-то мне подсказывает, что нет. Вопросы все же будут, и виною этому является не неспособность Исаямы дать нам ответ, а количество этих самых вопросов. Давайте на чистоту. Вопросов на данный момент больше, чем ответов. И если я сейчас начну перечислять каждый, то на это понадобится как минимум минут 20. И это только если брать все вопросы с поверхности. Видео с некоторыми тайнами «Атаки Титанов», на которые Исаяма еще не дал ответы, когда-то выпускал Анихамстер. Правда, он озвучил лишь малую часть возможного списка. Данное видео есть у него на канале. Ну а если ты хочешь, чтобы подобное видео, но уже с большим количеством тайн, вышло у меня, то ставь лайк, и я обязательно его сделаю. Как Исаяма сможет выйти из данной ситуации? Лично я вижу здесь два возможных варианта. Первый и в то же время самый правдоподобный. Раскрытие всех тайн вселенной в 4 оставшихся главах с предельно урезанным хронометражом. Думаю, если постараться, это можно будет реализовать и даже остаться красавчиком. Если одна тайна будет вытекать из другой, и все действия будут происходить в каком-то одном кейсе, то думаю, читатели смогут остаться довольными. Второй вариант, менее правдивый, но все же думаю возможный. Приквел в виде фильма после финала картины. Не то чтобы верю в данный исход, но если 3-4 глав для Исаямы окажется мало, то почему бы и нет? Сомневаюсь, что фильм сможет как-то навредить сериалу. Ну а что думаешь ты? Нужно ли данному произведению заканчиваться на данной ноте? Хватит ли Исаяме оставшихся 4 глав для полной реализации сюжета? Пиши свое мнение в комментариях. Также ставь лайк и подписывайся на канал, если еще этого не сделал. Ну а вы были на канале Лаера. Ава Мария, друзья.